Акт вандализма в центре города. На постаменте памятника Ленину появилась свастика. Первые фотографии оскверненного монумента очевидцы разместили в интернете сегодня утром. Долго лицезреть такую картину жителям города не пришлось. На инцидент власти отреагировали незамедлительно. Сейчас о недавнем злодеянии напоминает только часть изображения, которую пока стереть не успели. Впрочем, у представителей регионального молодежного совета по правам человека вызывает беспокойство резкое усиление активности националистических движений в городе. Только за последний месяц общественники зафиксировали более 30 провокационных граффити на улицах города. Из такой ситуации видно, что вообще это уже норма, символы вражды, и что часто люди не замечают, они висят подолгу, там те же свастики на стенах, и никого это не волнует, и что... Дискриминация стала нормальной для общества, и поэтому это приводит к постоянным нарушениям прав человека, к различным ксенофобиям, расизму и нацизму.